Всем привет, друзья! А вот и продолжение нашего нового шоу «Подъехало». Здесь мы впятером будем играть с трешовыми пушками, с которыми обычно никто не играет. Но не все так просто. Оружие мы выбираем не сами, их выбирает рандом. Правила шоу довольно просты. Каждый из нас пятерых в порядке очереди открывает по два кейса. И если нам выпадут АВП, МКП 90 или Калаш, то они не идут в нашу коллекцию оружий. Ну потому что это не трешовые пушки. В итоге после всего открытия мы выбиваем приблизительно около 10 разных пушек. И остается лишь определить, с чем из этого списка мы сыграем. В этом нам поможет генератор случайных чисел. А как он нам поможет, дальше все увидите сами. Ну ладно, я надеюсь, что я более-менее понятно все объяснил. И я, конечно же, надеюсь, что вы поддержите нас лайком. Ведь мы стараемся придумывать что-то годное и интересное для вас. И, кстати, чуть не забыл сказать, что мы будем играть в названии «Калаш с венками» и «Два калаша», что является, в принципе, средним званием. Ну что ж, не будем тянуть. Давайте уже скорее начнем открывать кейсы. Ну что, ребята, давайте уже скорее начнем открывать наши кейсы. И кто сегодня хочет первый начать? Давай я, наконец, первый открою. Ты? Неужели? Да. Тут ты постоянно последний? Давай, выбирай. Да, давай кейс FIFA. Ага. Кейс FIFA, давай. Давай, давай, посмотрим. Посмотрим, что отсюда упадет. Так, нам сейчас нужен какой-нибудь топовый дроп, элитный. Например. О, ну такой сойдет. Нормально. Нормально, правда, нихера не стоит. Но для дропа нормально, по 250 сойдет. Так, ну, давай еще кейс. Так, и давай 50 миллионов. Где он? А, вижу, рядом. вижу, да. Поехали. Посмотрим, какую вторую ты пушку выбьешь. О, авик Картисера. Нормально, нормально стоит, но только, к сожалению, нам она не подходит. Но мы ее оставим, оставим, не будем продавать. Ну ты неплохо выбил. Хуйню, конечно. Ну сойдет, сойдет. Ладно, кто у нас там следующий будет открывать? Давай я открою. Давай, выбирай. Пониже листай, CSGO.com кейсик. Еще ниже, вот вот здесь, последний самый. Ага, вижу, вижу, давай. Давай два раза. Ай, да я уже один открыл. Ну ладно, посмотрим. Посмотрим, что отсюда выпадет. Так, еще одна ВП, еще одна ВП, но нам она тоже не нужна. Но неплохо, неплохо стоит только, по-моему, кейс. Дороже стоил, ладно, давай. Говорил два раза, посмотрим, что со второго раза упадет. Еще один по 250. Что-то нам сегодня какой-то одинаковый дроп падает, то АВП, то по 250. Но нормально, по 250 хороший пистолет. Ладно, кто у нас там следующий на очереди? Ну, давай я. Давай, давай, выбирай кейсики. Два Уганда Наклз. Угу, вот эти по 209 или которые соседние? Не, по 209. Давай, экономный ты парень, да? Посмотрим. Посмотрим, что упадет тебе. Так, нужно что-нибудь топовое. О, я уже думал, что это будет по 250, но это дигл. Кстати, кстати, неплохой дигл такой. Элитный, элитный дигл нам выпал. Сойдет, сойдет, оставляем тоже. И, Марат, настал твой черед. Давай, теперь твои кейсы пошли. Так, давай футбольный один. Футбольный, FIFA, да? Да. Давай. Посмотрим, что тебе отсюда упадет. Ну-ка. Ну, я думаю, по 250, как бы. Да, это по 250. Я уж подумал, что это будет АВП, но нам сегодня просто одни по 250 падают, пацаны. Что-то никакого почти разнообразия нет. Ну ладно, давай еще кейс. Так, ну и Best in Class давай, он понижше. Так, Best in Class. Что-то его потерял. А, вот, вижу, вижу. Сместился он как-то слишком далеко. Ну, посмотрим, что с этого кейса дропнется. Ну-ка. Давай! Да ну нахуй! Да ну ебать, без опять косарей! Нихуя себе, блядь! Нормально ты, блядь, кейсик выбрал! Чисто с одного Best in Class. По-моему, нам такой еще дроп с этих кейсов вообще не падал. Ну, читы. Ни разу, да. Чисто по-читерски выбили сегодня. Ну ладно, оставляем этот нож, понятное дело, не будем же мы его продавать. Марат, неплохо, неплохо ты выбил. Ну и, собственно, настал мой черед открывать кейсы. Я хочу сегодня открыть новый кейсик. Чисто по 500 рублей на косарик. А зоночи откроем. Нужен какой-нибудь годный дроп. Только не по 250, у нас и так их уже много. Да! Еще один! Ну, еще один сойдет! Сойдет! Ну и глачок еще добавился к нам в коллекцию. Ну нормально. Так, ну 900 рублей у нас еще осталось. В принципе, напоследок можно еще какие-нибудь кейсики открыть. Только вот какие. Давай три футбольных. Ага. Ну давайте, давайте. Раз сейчас у нас тут чемпионат мира проходит, давайте сразу три. На все бабки крутанем. Так, главное только, чтобы что-то годное он принес. А больше пистолетов. О, еще, еще замечательные пистолеты. И, кстати, неплохой юспик выпал. Да, нормально, нормально. Ну, слушайте, пацаны, мы сегодня нормально. Нормально так навыбивали, правда, одни по 250 были, но все равно, нормальный дропчик выпал. Давайте, короче, все это заберем и посмотрим, с чем из этого мы сыграем. Кстати, чуть не забыл. У меня для вас, ребята, есть отличный промокод, который вы можете ввести вот здесь. Вот он, этот самый промокод, который даст вам неплохой бонус к пополнению. Что ж, сам промокод я оставлю в описании. А мы давайте
давайте уже скорее узнаем, с чем мы сегодня сыграем. И тем временем мы уже на рандоморге. Нам сегодня выпало 9 различных пушек. Давайте напишем, что у нас их 9. И давайте уже скорее посмотрим, с чем мы сегодня сыграем. Так, момент истины, пацаны. Опа! Так, по-моему, что это? 250 это, подожди. Я так и знал, потому что вначале нам только по 250 падали. Ой, ну, в принципе, я не против. Я не против с этими по 250 сыграть. Раз уж нам сегодня их сколько там, 4 или 5 штук упало? 4-5 штук упало, ну нормально. В принципе, тут уже все очевидно было изначально, но все равно мог еще там глок выпустить, дигл. Ну, в принципе, по 250 нормальная пушка. Ладно, давайте посмотрим, как мы с ней сыграем. Так, пацаны, давайте, собираемся и тащим. Сейчас как бы укрепим бэплэнд и спокойненько их примем. Ой, блядь! Чё, мы зря что ли бэплэнд укрепим? А, нет, тут кто-то есть! Чё ты там? Только один был. У нас тоже только один. Ой, блядь, я пошутил это, пацаны! Минус 44 у одного. Не один уже. Уже на машину один вышел сейчас. Так, найс. На форесте. Блядь, он тело, да. Давай. Найс, форест убили. Сзади. Аккуратней. Давай, добивайте, пацаны! Отлично. Так, давайте, пацаны, выравниваем счет. Так, хорош. Я так понял, это аплэнд. На миду никого вообще. Ух ты, блин. Так, тут один на базе. Кемпери, у меня бомба, пацаны, снова. Здравствуйте. Underpass. Блядь. Underpass low. Блядь, я чуть ли не сдох. Но сейчас, наверное, умру. Нет, не умер. Нормально. Пацаны, тут я взбучку устроил на базе был у них. В андере у тебя будет. Ой, блин. Да. Минус 21. У него 3 хп получается. Найс. Ой, апарты, блядь. На миду вообще никого нет. Апарты. Окей, я стягиваюсь. Квент, по-моему, спрыгнул. Запрыгнул. Квент упал, да. Минус 41. Убил его. Хорошо. На Тетрисе один, под Тетрисом. Надамажен очень сильно, наверное, 70 снял. Да ты падла! Еле убил его. Там двое, еще один. Да, еще в яме, по-моему. Он в правом, по-моему. На Б вообще не был. На, нахуй! Найс, у нас на Б где-то был, не знаю, что это. А Б? Окей, у нас бомба. Ой-ой-ой-ой, у меня мало хп, Марат, давай, на тебя надежда. Давай, я, короче, первый выйду, ты потом сразу разменяешь. На стерс поднялся, нормально, разъебал. Так, пацаны, давайте, контролим. Ой, скаут на меди. Сейчас хлопану. Убил, скаутера убил, еще авик, да, здесь? Ну а, у меня ждал, аккуратней, пацаны. Выходом двое! Шорт один будет. Так. Марат, живи, сейчас Игорь. Да, Игорь уже на хлпе. Давай, Игорь. Найс. Хорошо, все. Шорт, АВП, наверное. Шорт будет, наверное. Аккуратно. Но против авика, в принципе, вы можете спокойно выигрывать. Он пробежал влево. Давай. Найс. Красавчики. Так, я сразу попробую мид запушить. Ага. Ну тут никого, правда? Еще я. Еще без головы в яме. Я уже спину бегу, пацаны. Потерпите там. Ой. Ой, они тут бомбу мне оставили. Ага. Ой, я убил, пацаны, у меня бомба. Я им ее просто так там не отдам. Красный у тебя водос, посмотри. О, ваншотный пацан. Еще давай. Ох ты, сука, с дигла меня ушатал. Они оба на респе. Найс, и последний, да, в апарт. Найс, красиво. Они за коробками двое, пацаны. Чем пизда будет? Может быть, андер. Одного убил, там еще один. Пизда ему. Убил его тоже. Бомба ухода в андер. Да, бомба у нас тут лежит, это хорошо. Так, под Б убили. И где последний? В андере. Я его все равно тут буду ждать. Опа, вот и он. Братишка. Получите и распишитесь. Но мид никого. Много в яме. Зря они сюда выходят. Да, заебутся выходить. И это несомненно. Ой-ой-ой. Ну ладно, не заебутся. Минус 50, пацаны. Ой, апарти мои. Уже спрыгнул. Вы что, пацаны, так смотрите? Здравствуйте. Так, хорошо. В яме минус 50. Ой, там много в яме, пацаны, много помогайте. Найс. Еще один. Красиво. Все, последний остался. Там же в яме. Давай. Так, у Марата мало хп. Я думаю, что у противника тоже мало. Найс. Nice. Что там на миду у нас? Что-то дым. Апарты убил. Ой-ой-ой. Тут флешки не раскинули. Есть там? Да. Нифига мне повесили. Вышел за коробку, по-моему. И там не один, походу. Один или двое за коробкой. Слева. Трое на миде. Найс. Одного забрали. Хера. Хаешка один такая. Меня подожгли. Ой-ой-ой. Здравствуйте. Такая голова вылезла. Лучшая флешка. Под которой выходить не стоит, правильно? Мид двое, коннектор идет. Воу-воу-воу-воу, полегче! Своего убил. Один патрон! Он своего убил, так, нужно срочно найти новый пукалет. Ну почти по 250, кстати, не похоже.
Бля! Все, беги за оружием на мидл, короче. Да, он как раз, кстати, не ставит бомбу пока что. Он типа испугался, пошел, наверное, КТ чекать. Давай. Это суперманцы. Вот тут слева. Отлично. Все, пистолет есть. Ставит как раз бомбу. Красава! Сука. Просто жесткий раунд потащил. Так, давайте, пацаны. Последний раунд заберем. Опа. На Б двое. Муха, муха на миду. Сейчас мы ее убьем. Орешка. Пушим, пушим, пушим. Ему пизда. Убили. Я медвой в хелпа. Окей, выезжаем на аплэн, пацаны. Убил обоих на Б. Хорош. Так, давайте, пушим, пушим. Я чисто такую одну пулику выстрельнул. Нормально. Нормально пока идем, ребят, за КТ. Прям просто выносим с этих P250. Вроде счет был 11-4. И вот стоило нам проиграть одну пистолетку, и все. Счет уже 11-8. В общем, как вы поняли, это далеко не конец. Ведь игра только начинается. Так, ребята, надо собираться. Надо собираться, давайте. Раф вышел. Ну ладно, я тогда тоже вылетаю. Блядь, АВП убил еще. Найс, все, все. Больше никого в пункте нет. Пацаны, заходим быстрее. Смотрим. Я сразу КТ занимаю. Хорошо. И остальные два с Б, с Б, с Б. Блин, вот здесь, погнали их запушим, все вместе. Давай, 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 у него без головы, без головы. Найс, и последний в джангле проходит там. Хорошо, просто запушили. Давайте, на счет три выбегаем все вместе. А мы уже три. Бля, вы уже выбежали? Что-то вы поторопились. Ладно, да. Пацаны, я с вами. За дальним пункте. Ему пизда. Он жив до сих пор. Убил, убил, убил. Нормально. Все, пацаны, ставьте бомбу сразу же, я пойду КТ чекать. Двое, возможно, с коннектора. Один в минус 82. На КТ вообще никого. Опа, коннектор один есть. Ой. Убил его. Еле-еле, но убил. Коннекторе покушали молот. На стейрсах, типа. Ай-яй-яй. Ух, еще одного убил, хорошо. Все, сейчас мы пизда. Он убежал в коннектор. Убежал вообще в спину, по-моему, мне кажется, сейчас яма пойдет. Да, он вообще, он на нашу базу ушел, пацаны, он по-любому ставить пошел. Ну что, пацаны, добиваем аплэнд? Давайте, там у нас неплохо получается. Че, вы выходите уже? Я вылетаю. Да, стейрс помогаю. Коннектор, коннектор. Стейрс убил, еще один под стейрсом. Справа, справа в джангле. Перезаряжался в окне. Джангл. Да что такое-то? Хорош. И два на КТ. Два на КТ. Так, давайте, разыгрывайте. Так, прикрывай. Сейте выше. Угу, у них ЦЗшка. Это их придержит. У, хорошо, все, с КТ остался. Поэтому... Залез наверх на КТ. Найс! Хорош. Красиво. Так, давайте на Б выйдем. Пацаны, они уже слишком сильно держат. Давайте, быстро, быстро, быстро бежим. С мака мы не боимся. Ой, блять, молотов! Бил. Там еще один! Ща хлопану. Еще на машине. Ты че, блядь? Шорт. Понял? Давай, с двух сторон! Что-то я хорош. Как-то неудачно. Не стреляй, тварь, блядь. Оба, по-моему, скичено. Вышел уже пойти один. Нихуя. Ты один. Давай, давай! Ай-яй-яй-яй, патронов не хватило. Обидно. После этого раунда мы проиграли еще один. И счет стал 14-12. И мы понимали, что если вот прямо сейчас не собраться, мы просто отлетим. Так, давайте, пацаны, все. Все, жестко беремся. То мы что-то отдаем. Слишком много раундов им отдаем. Давайте на А пойдем. Я выезжаю, пацаны. Я умер. Убил, убил, убил в пленте, пацаны. С этого где-то около джангла. Около джангла стреляли. Я пока что не лезу, у меня очень мало хп. СКТ, по-моему, стреляли. За сигарете. Минус 87 за сигой, походу. Убил его. И на стейр залез. Убили его, найс, найс, пацаны. Коннектор вышел. Минус 20 коннектор. Ставь. Джангл ушел. Окей, у меня мало хп, пацаны. Ой, прям под меня. Пиздец. Вышел в пленте жить. Воу-воу-воу-воу. Тяхаешка. Это фейк по-любому. Пошел нахуй. Не диффузил больше. На! Разъебал. Жестко. Так, ребята, все. Последний раунд будет за нами. Давайте, стандартный выход на аплэнд. Мы это заберем. Так. Стерс есть. Один чекает апарты. Найс. Нашивает. Под коврами никого. Убил одного. Опа, засигай, пацаны, ебаный комп. Блять, минус 46 у него добиваете. Один еще в джангле. Найс! Так, глав 2. Сити есть? Да, да, может быть. И хорош! КТ последний, пацаны. Может, в джангл зашел. С КТ все еще, отойдите на Б. Пацаны, уходите на Б быстрее. Все, пацаны, уходите быстрее. Съебам, блять. Сразу ставьте. Все, парни, давайте. Пунте. Отвлекаю, Макс, не тянет.
Дефузит. Давайте. Звук второй, давай, 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 найс! Nice! Красавчики. Жестко. Ой. Это было потно, это было очень потно, конечно. Я футболку поменяю, пацаны, блядь. Пиздец. Но это была очень жесткая катка, конечно. Да, это жестко. 46 киллов пацан настрелял, охуеть. Да, он бегал с петухом, нас так там унижал. Да, это жестко, конечно. Что ж, друзья, вот так вот закончилась наша катка. Мы все-таки смогли ее выиграть. Честно, во второй половине нам во многих моментах просто не везло. Но мы не сдавались и довели игру до победы. По-моему, в итоге катка вышла очень мощной и интересной. Если вам тоже понравилось, то обязательно поддержите нас лайком, ведь мы все-таки старались для вас. Также на канал подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видосы. И, кстати, можете оценить наш прошлый очень угарный ролик. Если вы его еще не видели, просто обязательно его посмотрите. Вам по-любому понравится. Ну а с вами был MoreGames, всем удачи и до скорых встреч!